Я Анна Юрьевна Григорьевна, учитель технологии. Моя задача – научить детей трудиться и любить труд. Эта задача решается во внеурочной и внеурочной деятельности через метод проекта с использованием информационных технологий. Содержание материала на уроках стараюсь хорошо структурировать, чтобы они отличались четкостью, логичностью, радостью творческих открытий. В образовательном процессе использую нестандартные формы урока, как урок-игра, урок-проект, урок-конкурс. Это развивает у школьников устойчивый интерес к различным видам рукоделия, культуре и традициям нашего народа. Как учителю и родителю мне очень хочется, чтобы дети росли здоровыми и счастливыми, поэтому с удовольствием провожу занятия по внеурочной деятельности «Фитнес». Выбрать правильно профессию не так-то просто, и не каждому это удается. Творческий потенциал детей я развиваю с помощью внеурочной деятельности. Это работа клуба «Мир профессий», целью которого является формирование осознанного собственного мнения об избираемой профессии и пути получения дальнейшего образования. Проблема выбора профессии очень серьезна. На заседании клуба учащиеся сами приглашают мастеров-профессионалов своего дела, которые с большим удовольствием рассказывают о своей любимой работе, дают полезные советы, мастер-классы, и все это им помогает в выборе профессии. Учитель, что бы он ни преподавал, должен учить главному предмету – постижению смысла жизни и подлинного человеческого счастья. И я счастливый человек на земле. У меня есть мои драгоценные ученики, моя бесценная работа и, конечно же, моя семья, через которую я могу общаться, любить, воспитывать, обучать своих мастериц. Нам очень нравится работа клуба «Мир профессий». Мы пробуем себя в различных ролях и осваиваем новые профессии. Мы ведем здоровый образ жизни, и во время занятий в клубе мы тщательно составляем правильное меню. Мы всегда хотим быть стройными и красивыми, поэтому посещаем уроки фитнеса. Оказывается, у людей с вьющими волосами есть лишние хромосомы. Мы узнали у парикмахера на визите. Перед Новым годом мы устроили чаепитие для участников родительского комитета. Мы представили им свои кулинарные работы, им очень понравилось. На уроках технологии мы узнаем много нового и интересного. Мы учимся шить, вышивать гладью, крестиком, учимся готовить и декорировать одежду и свои комнаты. Юна Ан работает в нашей школе, то есть в школе номер один, уже четвертый год, учителем технологии. Это молодой специалист, но очень ответственный и постоянно работающий над своим над повышением своего профессионального мастерства. Она обладает необыкновенным творчеством, поэтому девочки под ее руководством участвуют в различных конкурсах, муниципальных, региональных, со своими поделками, со своими прекрасными работами и занимают призовые места. Именно по ее инициативе второй год работает клуб «Мир профессий». Здесь девочки получают первоначальное знание о будущих профессиях. Все уроки учителя Лилии Григорьевны построены и проводятся с учетом в ГОС. Постоянно она использует различные формы работ и учитывает отдельные дифференцированные группы учащихся. Безупречная научная обоснованность каждого образовательного процесса постоянно прослеживается в работе молодого учителя. Основными методами на ее уроки являются проблемный, эвристический, исследовательский и проективно-творческий. Все это позволяет ей повышать мотивацию учащихся к ее учебному предмету. Лилия Григорьевна – это образ нового учителя, для которого предмет есть мощное средство для развития личности учащегося.